Что вы знаете о ЖКХ, кировчане, как и жители всей страны, как выяснилось, в этой сфере плавают. Сегодня впервые прошел диктант на знание коммунального жилищного хозяйства. В течение часа участники пытались ответить на 30 вопросов. Тестирование было добровольным, вероятно, поэтому представители управляющей компании, организаторы диктанта на испытании так и не дождались. Проверить свои знания решили всего 17 человек. Это представители общественной палаты, студенты и пенсионеры. Я всю жизнь занимаюсь сферой ЖКХ. Общественница всю жизнь, понимаете? Вот. А почему я занялась? Потому что живу на первом этаже, и меня все время то снизу топило, то сверху. Я не очень, может быть, знаю законодательство и, так сказать, вот законы, совершенно не готовилась, что сказать. Но то, что я общественница всю жизнь была, а теперь я председатель совета дома. Подобные тестирования проходят по всей стране. По результатам проверок в целом по России с диктантом справилась лишь треть экзаменуемых. 47% написали на двойке. Добавим, что пройти такой тест можно и дома. Достаточно зайти на сайт diktant.jkhkontrol.ru.